Здравствуйте! Еще разочек. Вот мы ее. Вкусненько. Ой, как красиво. Смотрите. С хлебом. Погода просто плохая. Надо ее маленечко поменять. Фольгу надо налить. Ляпота. Вкуснятина получилась, кстати. Очень вкусно. Зараза попала. Видели налево. Сосисочки с сыром. По акции. Надо было больше пачек брать. Зараза. Вкусные. Горячая. Вообще, видим, как такой получился. С овощами. С брокколи. С реноколи, с морковкой. Вкус вообще обалденный. Жири не хочу называется. Очень вкусно. Обалденно. Это тоже вкусный. Из печенки. Печеночный. Очень-очень. Короче, говоря, полюбила я себя. Короче говоря, что я хотела сказать. Сейчас я, блин, проснется. Буду башку красить. Это очень вкусно, пипец. Кто не делал, сделайте. Смесь. Брокколи, капуста цветная, морковка и все, по-моему. На сковородочке все пожарили. Колбасочки туда. Еще пожарили, яичком залили, 5 штук я отбросила. На сковородку. Достаточно, вообще большая сковорода. Сыра не было. Сыр на терочке в конце и под крышечку. Будет вообще балдено. Я помидоры люблю, везде добавлять помидоры. Помидоры кончились. Я еще помидор туда добавила. Сало, лука побольше.
To li su? Безвкусно. Два зуба даю. Машинка стирается. Все всегда говорят: я стираюся. Ой, я постирала сегодня. Сколько же я постирала сегодня? Спасибо моей машинке, да, называется? А я просто посидела, телевизор посмотрела и пождала, когда она это все выстирает. Кто-то удивляется, что с длинными ногтями стирать невозможно. Вполне нормально. Берешь и стираешь. Ничего здесь такого нету. Жопу только трудно вытирать. А так не мешает ничего. Извините за подробности. Просто есть такие неумелки. Конечно, если вы их вчера сделали, а сегодня пошли стираться, у вас хрен что выйдет. Вы не привыкли еще к ногтям. Когда вы к ним привыкаете, делать можно что угодно. Даже зубы почесать. Что вы уж все такие, прям я не знаю. Да есть надо. Чуть-чуть осталось. Оставлять. Сейчас разгружу, покрашу ее быстро. Куда-нибудь сходим. На площадь сегодня поведу. Мелких. Они не были еще ни разу на площади. Вечером, когда будет красиво там, огонечки когда будут гореть, красиво там было. Свожу. Можете меня там выловить? Приходите. Ну что, мои недоброжелатели московские. Я здесь. Звонил кто-то. Я здесь. Можете меня найти, поговорить лично со мной. Я обязательно с вами встречусь и потолкую с вами. Ну, давайте. Или вы с дивана свою пенсию поднять не можете. Только строчить умеете. Ой, злыдня сегодня она, злыдня. Извините. Ну не всем же быть таким красивым и хорошим и добрым, как вы. Правильно? Ладно, надо, пойду перезвоню. Звонил кто-то. Опять, наверное, Ольга с банка. Она заколебала меня уже звонить. Здравствуйте, это Ольга. Уделите мне только-то минут. У меня, говорю, ни секунды нету. Мы вам одобрили, мы вам дадим. Не надо мне давать, говорю, ни хрена. И одобрять. До свидос, говорю, барышня.
Нет, она потом опять звонит. Никто, говорю, не берет, что ли? Кому даете? И я говорю, блядь, не возьму. Дышь отсюда, говорю. Ладно, всем удачи, всем добра. Пока.